Связист ТВ. Узнай новости первым. Годы спорту не помеха. В ФОКе «Волжский берег» прошла спортивная встреча трех поколений. Ветеранские, юношеские и детские команды соревновались на одной площадке в своих любимых видах спорта. В универсальном зале ФОКа одновременно играли юноши из Кстовской федерации баскетбола, детский футбольный клуб «Тигр» и группа здоровья ДК «Нефтехимиков». Есть ветераны спорта, есть комсомольцы-спортсмены, и они хотят вот именно традиционно подвигаться и поучаствовать в этих соревнованиях. И все эти соревнования, они как бы традиционные и доступны. То есть я имею, ну кроме вот, сегодня не стали проводить шахматы, теннис, вот, чтобы не затягивать, как говорится, мероприятие. А так, самые популярные виды спорта, да. То есть я имею в виду, это всегда футбол, волейбол, баскетбол. Ну и веселые старты, они очень интересны, они очень азартны. Встреча трех поколений приурочена ко дню пожилого человека. Но глядя на то, как эти спортсмены со стажем перекидывают мяч через сетку, кажется, что стареть никто из них не намерен. Комбинации, связки, командная игра – в этом волейбольном матче все по-серьезному. Как оцениваете сегодняшнюю вашу игру? Ну, хорошо, нам понравилось. Вот если бы не подставной человек в той команде, мы бы еще поспорили. Ну так, мы получаем удовольствие, а больше нам ничего не надо. Заряд бодрости, настроение, тело слушает, руки слушают, слава Богу. Считаю, что это вот дух тот здоровья, который присутствует у этих молодых людей. Вот, поэтому я с удовольствием с ними поиграл в волейбол. Они занимаются в ДК, группа «Это здоровье» ходит. Они очень азартные, ну такие добродушные, хорошие люди. Мне приятно было с ними провести этот день. Ну а для тех, кому профессиональный спорт не по душе, подойдут веселые старты. Вот здесь уж настоящая командная работа нескольких поколений. Три ветеранские организации объединились с молодыми футболистами, чтобы побороться за победу. Хотим получше выглядеть за счет здоровья. Чем больше занимаешься движением, это поправляет здоровье. Я вообще по профессии учитель начальных классов, а дружу с физкультурой. Как нам дали методику физического воспитания в начальной школе, я Арзамасский педагогический институт кончал, так все время занимаюсь. По результатам веселых стартов команды получили призы и подарки от партнеров соревнований. Встречу поколений в очередной раз можно считать состоявшейся. Совет ветеранов Кстовского района уже в 17-й раз проводит этот турнир. С каждым годом участников становится все больше. Евгений Кузьмин, Андрей Ярастов, Связист ТВ.